Продолжаем наш выпуск. В Астане стартовали Дни культуры Северо-Казахстанской области. Открылись они спектаклем «Суд Макжана». Постановку артисты областного русского драмтеатра сыграли в столичном академическом драматическом театре имени Горького. Режиссер и автор пьесы – заслуженный артист Казахстана Виктор Шалаев. Материал подготовили наши коллеги с телеканала «Казахстан» Петропавл. Спектакль «Суд Макжана» североказахстанские актеры играют не один год. Своё мастерство артисты показали столичному зрителю. Вообще уникальный спектакль. Дело в том, что он о нашем земляке, о Макжане Жумабаеве, о прекрасном поэте, о мудром мыслителе. А уникальность этой постановки в том, что это о нашем земляке, пьеса написана нашим земляком. На 5-м международном фестивале стран Центральной Азии мы завоевали звание лауреата за яркое творческое воплощение поэтической личности на сцене. Главная сюжетная линия строится на размышлениях Макжана, диалогах с собой, с дорогими ему людьми и следователем НКВД. Последней фразой Макжана стали слова «Сколько можно воронью каркать, а свиньям судить?». Необычное сценическое воплощение исторической личности и игру актеров зрители оценили высоко. Потрясающе! Артисты играют шикарно! Тема актуальна – это становление советской власти в Казахстане. И он в своих стихах полностью отразил эту жизнь. Мне тоже очень понравилось, аж я не могу больше. У меня слезы текли. Этот спектакль показал нам историю нашего народа, период репрессий. Не хочется, чтобы повторилось такое еще. Глубинку казахстанской души сегодня я испытал. Были моменты, даже слезы наваливали просто. Просто. Ребята постарались. Также артисты получили корзину цветов от имени акима области Ерика Султанова и слова благодарности от дирекции Академического драматического театра имени Горького.